Группа молодых людей, гуляя около пруда, неожиданно для себя наткнулась на поразительное происшествие. Два лебедя непонятным образом спутались между собой, переплетясь своими крыльями и шеями. Они не могли расцепиться самостоятельно и лежали на поверхности озера, не шевелясь. Увидев это, парни присмотрелись, все ли в порядке с птицами и не требуется ли им помощь. Когда они поняли, что птицы действительно попали в беду, они стали размышлять, каким способом добраться до несчастных животных. И тут, как будто услышав их разговор, лебеди совместными усилиями стали подгребать к берегу, понимая, что эти молодые люди их единственный шанс на спасение. Один из парней приблизился к птицам и попытался им помочь. Было совершенно непонятно, каким образом лебедям удалось попасть в такую абсурдную ситуацию. Не сразу было понятно, как их распутывать, но птицы покорно ожидали спасения. Они совершенно выбились из сил в попытке самостоятельно освободиться и поэтому спокойно отдались в руки человека в надежде на спасение. Скорее всего, что если если бы эта добродушная компания сегодня не оказалась бы около этого озера, то птиц наверняка уже не было бы в живых. Посмотрите, как всего пара минут уделенного внимания и людское неравнодушие смогли спасти два прекрасных создания. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.